В Полесском сегодня зарегистрированы еще 2 подтвержденных диагноза. Итого в нашем городе с начала пандемии зарегистрирован 401 случай коронавируса. В инфекционном отделении Полевской ЦГБ проходит лечение на сегодня 57 полевчан. 19 с подтвержденным диагнозом COVID-19, 28 человек с пневмонией. 139 человек находятся на амбулаторном лечении с пневмонией COVID. 12 проходят лечение в больницах Екатеринбурга и обсерваторах. За последние сутки выписано 13 полевчан.